Доброго времени суток, магазин Apple приветствует вас. У нас на обзоре 12 Pro Max в цвете Gold. Сейчас мы его распакуем и посмотрим доступные основные функции. Разные объемы памяти, разные цвета у нас в наличии, так что можно подобрать под любой вкус и цвет. Итак, посмотрите, какой шикарный золотой бежевый такой цвет. Внешнее состояние безупречно, без следов эксплуатации, без потертостей и без царапин. Давайте включим и настроим его до главного экрана. Итак, мы настроили телефон до главного экрана. Давайте посмотрим на основные функции. Нас интересует об устройстве. 12 Pro Max, версия 16.4. Можно обновиться до любой следующей актуальной. Объем памяти 256. Далее мы смотрим на функцию Face ID. Разумеется, она работает. Настроить можно без проблем. Аккумулятор у нас емкостью пиковой, 95 плюс-минус процентов, и бывает и 100. Трутон также никуда не делся. Это адаптивность дисплея на окружающую среду. Отключив его, у вас идут холодные тона. Включаете, и все тепленькие. Тепленьким пошло. Собственно, это основные функции телефона, которые стоит проверять в телефоне, в айфоне, да? Можете обратиться в личное сообщение, либо позвонить к нам, подберем под вас нужный телефон с любых цветов, любых объемов памяти. Доставкой, самовывозом, как удобно, так и сделаем. Обращайтесь, мы на связи.